по автомобильному спорту. Денис Васильев, судья первой категории по автомобильному спорту. И судья второй категории по автоспорту Денис Гнездилов. Вот такие звездные у нас судьбы. Но я думаю, что стоит поговорить об автомобиле, который вы сейчас видите, Сузуки. Под капотом у него 40, двигатель мощностью 41 лошадиную силу, 800 кубиков рабочий объем двигателя. Вот эту за рулем, кстати, это участник нашего клуба Дарья Иванова. И автомобиль она этот купила себе в честь, ну вот по всяким поводам покупает автомобиль. Вот она купила в честь рождения ребенка. Этот автомобиль изначально был красного цвета и даже находился на территории какой-то пожарной части. Реставрация заняла 2 года. Дальше Иванова устанавливает автомобиль сама, при помощи своего отца, мужа. В общем, вся семья занимается ретро-техникой. И в том году Дарья совершила первую свою поездку в ближнее зарубежье на своем автомобиле, город Юрмалу. Очень удачно финиширует этот автомобиль. Он 1975 года по всем канонам, конечно, является...